смотри, тут лампочки на бензине, вот внутри бензин. Понял? Понял? На Monkey Beach, так называемом. Но я бы сказала, Monkey — это вот та группа концертных купальников. Таиланд вообще очень красивое место, советую. Так что, наверное, надо выбирать сезон, потому что тут сейчас очень жарко и нет ветра. Но вообще очень красиво. А как тебе в Малайзии? Не знаю, Малайзия как-то вообще... Как тебе малайцы? Малайцы. Как ее зовут? Смотри, она же зевает. Это мальчик, не она. Там видно. Так выглядит всем хорошо известный пляж из фильма «Пляж» с Ди Каприо. Он там был необитаемый, а тут, я бы сказал, переобитаемый. И это мы еще в не самое популярное время. Напиши одним словом то, что ты видишь. Ожидание. Одним словом. Реальность. Одним словом. Реальность. Это дичь, а не реальность. Реальность. Реальность красивее, это дичь. Вроде красиво, так хоп. Это же не пляж, это стоянка человеческая. Китайцы в лодке ездят только в дождевиках и спасательных жилетах. Там оранжевые фигурки. Второго, наверное, там будет трэш просто. Да. Быстрее только, чем азиаты,
увеличится количество фотографий, которые они делают. Все же это зеркало так появляется, и фотографии так появляются. И тут айфон. Ты будешь вылазить? Ну, сколько давай. Можно? Уже 2 часа. Лёна, что ты делаешь? Покажи мне. Нет, это коктейль по специальному Катиному рецепту. Точно. С моющим средством. Ты два, покажи ему. Он где поменяться хочет? Одень, он говорит одень. О, теперь ты в очках, и он в очках. Как вы смотрите? Шикарно. Все, повел уже тебя куда-то. Мамке повел показывать. А, вы гулять теперь будете. Сейчас давай телефон. А пусть сам что-то. Конечно. Он машет тебе руками. Смотри, ты его заберешь, цивилизацию.